Может, пора вылезать? Интересное предложение. Выслушаем другую точку зрения. Bubbles. Пузыри. О, да. Эй, потише, мы пытаемся заснуть. Эй, Фландерс, присоединяйся к нам. Или боишься усы замочить? Да, боюсь. Да брось, покрести свои булки. Лепота. Такое чувство, что мы что-то забыли. На холодильнике была записка со словом «срочно». Забавное слово «срочно». Срочно. Наверняка там напоминание, как следует расслабиться. О, да.